В СССР снимали фильм «Честь бандита», даже на его деньги. Это звучит нереально, но все это реально. Большинство из нас видели фильм «Вор в законе», который снимали в 1988 году. Сценарист Фазиль Искандер, режиссер Юрий Кара. Главную роль Артура сыграл Валентин Гафт. А вы знаете, что Артур – прототип абхазского вора в законе Юрия Лакобы? Юрий Лакоба на самом деле Юрий Шихман. Его фамилия Шихман. Он взял фамилию маму. Он по отцу был евреем, по матери был абхазом. Он взял абхазскую фамилию, потому что он жил в Абхазии, был главой абхазской мафии. Фильм хотели снимать в Абхазии, но почему-то власть не разрешили, и фильм снимали в Крыму.